Воскресенский медиплавильный завод в Мелеузовском районе внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. Ранее территорию завода благоустроили с использованием федеральной субсидии в 65 миллионов рублей. Там запустили общественное пространство «Арт-центр Воскресенский завод». По словам Ради Хабирова, работа по сохранению исторического наследия продолжится. Планируется обновить Воскресенскую картинную галерею. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс. В дальнейшем отреставрируют бывшие промышленные площадки. Индустриальное наследие может стать точкой притяжения туристов, отмечают эксперты. Тем более Воскресенский завод находится на территории геопарка Таратау. Промышленный туризм не может быть без прошлого, без истории. И даже если она сегодня каким-то образом, согласно там, технологическим процессам или иным процессам, потеряла свою актуальность как производственный процесс, надо показывать ее как индустриальное наследие, создавая там музейные, культурные пространства. В январе правительство республики одобрило разработанную Башкультнаследием стратегию сохранения и развития промышленного наследия региона до 2035 года. Она предполагает меры по сохранению памятников промышленной архитектуры. В частности, к восстановлению объектов индустриального наследия планирует привлекать частных инвесторов.